sama gördüm. Sen de buradaydın. Bizim çok güzel bir kulübe gidiyor. Bence de Ум Амидева Хри, по идее. Это тара белая. Гуру Римпачи, но мустачи. Гуру Римпачи, говорит, но мустачи. Да, и вот Гуру Ринпоче без усов. То есть это все персонажи, это нигма. Скажи, Мишар, ты с нигма, да? Нигмапа. Я нигмапа. Ну, что-то я даже соображаю. Индиан стайл. Амитабха. Это все эти книжки. А вот он же вроде больше, но здесь сами. Зачем собрел усы? Ну да, мимо они самые такие шаманские. Поэтому я он Амитабхи оставлю подношение в виде семечка. Только вот куда его положить? Сюда. Так, у них здесь дрова. Деревня Марфа. Марфа. Солнце еще так, оно, да. Хоть в сапоги. Ну, в скале домик. Thank you.
Что провода? Именно вот детали важны. Детали мне вполне не видны, поэтому, короче, вот так. Разных углов. Ну, дрова, то, что там лук висит. То, что эти глинобитные стены. Да, дрова, дрова. Коровы там внутри, этих везде. А где ты лук увидел? Лук, вон. Там где дрова, вот ниже висит лук, сушится. Stay. Хорошо быть спонсором, да? Кстати, вот улица гладко, ставни. Это то, что может людей привести сюда. А это чуть.